Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим партроник от компании Steelmate для заднего бампера, модель PTS-400M8B. Партроник идет в черном цвете. Поставляется в фирменной упаковке. Внутри у нас находится гарантийный талон. Удлинители для датчиков. 4 провода идет. Основной блок управления. Так, далее монитор вместе с насадочкой вот такой вот пластиковой. Вот так вот фиксируется. Вот кнопочка сверху для переключения громкости, индикация. Длина кабеля подключения 5 метров идет. Отдельно насадочки на датчики, которые фиксируют. Так, двухсторонний скотч. Есть стяжки. Двухсторонний скотч для того, чтобы закрепить монитор. И есть два самореза также для этого. Так, далее провода подключения. Подключается все на 12 вольт. Вот есть два коннектора. 4 датчика черных. Диаметр датчика 18,8 миллиметра. Также есть в комплекте фреза. Вот. Ну и документация есть. Вот. Сейчас мы подключим весь комплект на питание и посмотрим, как происходит индикация. Так, подключили мы датчики, все полностью на питание, и теперь можем подать питание на наш партроник. Вот так вот происходит индикация. У нас здесь сразу, в принципе, места немного, поэтому партроник сигнализирует для того, чтобы сразу остановиться. Звук выключен. Для того, чтобы включить, надо каким-то острым предметом, в данном случае ручкой, переключить на два уровня громкости. Громкий, чуть тише, и можно полностью выключить, и просто визуальная индикация будет. Вот такой вот комплект партроников. При покупке на него распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость партроника вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.